Ну, вообще его зовут, да, Риуда. Просто это перевод русский, такой охерительный. Это как... Сэр Пан. Скажем так. Да я знаю, что игра на русском. Но переводчики накосячили. Потому что там даже в титрах слышно, что его называют Риюдо. А Риду мне как-то не поворачивается даже язык его называть. Как-то не звучит. Ну, что это за Рида? Риюда? Вот так как-то лучше даже. Рида. Это как Рид какая-то, не знаю. Хрень. Ну не. Я уже начал его Риюду называть, что я теперь буду менять свою эту... точку зрения. Замок. Мне куда? В замок? В палатку? Какую палатку? Чипсов купить, блядь, что ли? Чё? Это ты? Ты Хэмбл? А ты что-то знаешь о священном мече? Я не разговариваю с незнакомым ебаном губастый, это все. Коллагена нахерачил. Послушай, мы должны делать то, что сказал хозяин из гостиницы. Вести себя как парочка. Ну, держаться за руки, ворковать. Я так не могу. Я служительница Гранса, но такое не способна. Потому что это тебе не... Чего? Потому что это не нравится Гранусу или потому что ты плохая актриса? Ладно, тебе сюда... Тебя прислал сюда папа. Мы должны найти этот меч. Да, ты прав. Это ради блага всех людей. Ладно, хорошо. Кэмпбелл, я хочу спросить тебя. О, так вы действительно влюбленные? Да, мы улыбаемся, и мы ходим за руки. Почему бы мы еще могли ходить друг с другом? Ха-ха, хорошо. Так о чем ты хотел узнать? Заходи в палатку. ММЖ намечается, походу. Заходи в палатку. Палатка информа. Зачем тебе платье? Зачем тебе платье? Ты друг Лютика? Эй, ты? Я? Что ты в нем такого нашла? Похоже, ты не умеешь выбирать парней. У тебя такой плохой вкус. Рьюда он. Помолчи, Елена. Может, он и красивый, но почему ты выбрала парня, который может проиграть такому, как я? Слабый мужчины. Ха, вот, например, я. У меня нет времени. Если ты хочешь, чтобы я заткнул твой рот, то тогда так и скажи. Спокойно, не надо так горячиться. Как ты можешь гулять с таким парнем? Он тебе не пара, поверь мне. Чё, блядь, происходит? Рюда не проигрывает, не проиграет тебе, ты свинья. Да, дорогуша, тогда мы это посмотрим. Ну чё, разве не так? Борьба на руках. Ты и я, видимо. И чтобы все было еще интересней, если я выиграю, я заберу твоего попугая. Рюдо, ты быстро с ним справишься. Серьезно? Даже и не думай. Нам все равно не нужен попугай. Кнопка P добавляет тебе сил. Кнопка P это что такое? Это типа R? Правый триггер, что ли? Нажав P, твоя сила становится выше, чем у соперника, но твоя выносливость снижается. Если твоя выносливость упадет до нуля, ты не сможешь бороться. А чё, блядь, случилось с PS X to Win? Что?
Нажимайте А, чтобы установить выносливость. Нельзя нажимать А и П одновременно. А, вот так можно? Нет? Игра начинается по сигналу старт. Да ты слышь, блять, алё. Да чё за говно? Давай, слабак. Вскоре твой попугай будет моим. Да попизди мне ещё. Хэмбл, у тебя из носа торчат волосы. А? Не может быть. Мое зеркало, где мое зеркало? Чё ли происходит? Ой, извини, это волосы не из твоего носа. Что? Из чужого, видимо, да? Ужас. Ужас, аватарха. Охуенная. Ужас, кошмар. А я собирался научить попугая говорить, какая красивая, сильный. Расскажи нам о священном мече. А, я ничего про него и не знаю. Вот тена. Только время зря потеряли. О чем он себе там думал? Просто зря время потеряли. Ну, армрестлинг поучаствовали. Блин, в Шенму лучше армрестлинг был. Ты так покраснел? Помолчи. По крайней мере, мне это не нравилось. Но думаю, твоя церковь хотела это. Увы, наверное, я ошиблась. Но он такой забавный. Рюда, думаю, мне очень интересно. Что тебе интересно? Я устала. Че, все уже теперь влюбленных не тебе в кайф играть? Я видел там лавку напитков, я схожу, куплю тебе что-то выпить. Хотя мы и купим что-нибудь. Бухлишка какого-нибудь. Что это было? Привет, заходи, змея. Знать твое дело, хочешь узнать твое будущее? Извини, у меня много важных дел потом. Смотри, змея. Это узнала она. Знала, что у вас еще есть дела. Че, блядь? А че там вылезло-то? Здесь? Попробуйте наши уникальные соки. Такие есть только в нашем королевстве. Сока. Хм, хоть твоя девушка очень устала, у нас есть 4 вида сока. Какой? Чё? Снадобье любви, силы, роса цветов и что-то еще. О, если вы выпьете его вместе, эффект будет в 2 раза сильнее. Попробуйте. Сока надо? Что ты хочешь этим сказать? Вообще его не хотел. Ой, да ладно, таким парочкам, как вы, он не нужен. Теперь я понимаю Хэмбла. Ладно, послушай, я просто хочу обычного сока, понял? Сск. Чё, всё, дала уже. Ирин, ты в порядке? Извини, я, наверное, просто устал, мне просто надо немного отдохнуть. Хорошо, можешь подождать, пока я здесь принесу тебе выпить. Спасибо, я не откажу. Не понял сейчас. Сока-то дайте. Хочешь угостить свою уставшую девушку, выбирай, что хочешь. Снадобье любви. Наверное, подделка. Чего? Силы? Хочешь? Твои силы вливаются 100 раз. Это острый напиток. Ты хочешь стать сильным. Красный напиток сзади, запах которого начинает чихать. Да, это он, выпей его, и ты ощутишь усталость, попробуй. Чё, я себе хотел сока, простого сока. Дай сока, слышь, блядь, заебало. Да вот это. Особенно вкусный, да. Вот что я предложу, хорошее правдивое название — сок пальма керум. Освежающий сок с пальма керум восстанавливает силу твоей уставшей девушки. Это обычный сок, не волнуйся. Но то, что обычные соки спрятаны, выглядит глупо, ладно, спасибо.
есть у них на прилавке обычный сок где-то за... How you doing? Собственно. Рьюда? Миления? Оп-оп-оп-оп, херачит, смотри. Ой, все. Перестань так появляться. Ну, смотри, вы с Еленой уже крепко сдружились. Не люблю, когда меня бросают. Смотрите. Опа! Миления, перестань. А, это сок. Я тоже хочу. Дай мне. Перестань меня позорить на людях, уходи. Разве мы не можем побыть вместе? Такая она клевая. А, да что с тобой сегодня? Ты в порядке? Возьми меня с собой, а? Просто немного прогуляемся. Ладно, хорошо. Пойдем к Хэмблу, скажем. Ну, стой, короче, не срослось с девахой. Ну, вот новая. Это кто? Ну, это старуха. Эй, что они там делают? Эй, куда ты, Миления? Пацаны танцуют. Думаю, мне нравится жить как люди. Никогда не слышал такой песни, Рюда. Это так-так. Что противоположно хаосу? Порядок. Эй, давай немного посидим, хорошо? Спокойной ночи, год. Мне понравилась твоя песня и твой танец. Все знают эту песню. Когда я ее пою, люди веселятся. Так я делаю людей счастливыми. Моей музыкой. Мне понравилось. Вы что с вами происходит? Вы что-то сквозь текстуру проваливаетесь. Что здесь делает Миления? Что случилось? Что-то случилось? Наверное, что-то случилось. Не, я совсем забыл собрать информацию. Понимаешь, там было много народу. Да это не проблема. Сейчас что-то происходит в замке. Нам срочно нужно туда. Как мы проникнем? Не волнуйся, мы можем проплыть по каналу и проникнуть в замок через задние ворота. Похоже, все очень просто. Я хочу, чтобы меня заметили быстрее. А что ты так палишься? Лодка здесь. Где именно? Вон она за домом, да? Рьюда, вот. Это лодка, быстрее. И стоило заставку целую ради этого делать. Так что там случилось в замке? У королевской семьи есть ужасный секрет. Он приведет к катастрофе. Я не знаю. Пока ты не сказал, это я и не замечал особо. Не знаю. Специально, чтобы я это, да, вслух читал. Специально так делают. Эй, так кто ты такой, Роан? Эти ворота нельзя открывать. Чё ты с темы сладишь? Зрон какой-то мутный. Такой, знаешь, они походу хотели сначала, да, текст с сопровождением впихнуть, и поэтому музыка там затихает. А потом они передумали, текст, звуковую дорожку не впихнули, но музыку все равно низкой оставили.
Тьфу. Ваше Величество, так вы можете пройти в замок, но будьте осторожны. Че? Принц Роун, поспеши. Минори уже ждет. Вот этот поворот. Принц Рон. Сюрприз, мадафака. Принц? Я потом объясню. Так мы проникнем в замок. Принц Роун, этими коридорами уже давно никто не пользовался. В них поселились монстры. Да не вопрос. Не волнуйся, со мной мои друзья. Если с другом вышел путь. Поберегите принца. На вас надеется вся страна. Шлем класс-то. Вся страна? Чё? Вот. Слишком ответственно как-то. Ой, надо Миллениум переодеть. Это единственная вот хрень, которая меня в игре немножко бесит. То, что каждый раз, когда они с Миллениум меняются, у нее аксессуар скидывается. А чё я ей должен надеть? Наверное, ход или акт 106-101. Вот это получше будет. Яйцо хаоса. А, кстати, у меня еще лук есть. Арбалист. Арбас. Платье вспышка. Хрень все. Фли-ху-юфли. Еще у нее этот слетел, скорее всего, да? Навыки все. Да, все навыки слетели. Конечно. Так. Так. Вспышка и... Что-то еще, по-моему, было. Жень. Погнали. Этот звук. Этот звук сообщает нам о том, что Леонид. Не кричи в чате. Здорово! Чего-чего? Зверек похож на белку, наверное, Каро. Капо! Говорят, он не любит... Не, он очень любит орехи. Ну, мы такого уже встречали. Чего-чего-чего? Чего-чего? Чего-чего-чего? Чего? Чего-чего-чего? Проходи, не задерживайся. Я не задерживаюсь, не орин меня. Не помню, зачем ему орехи давать. Ну, он какие-то предметы должен давать, что ли, взамен. Благо хода. Что? Благо хода. Только здесь. Ебать, что такое? Хера там здоровое говно. Жух. Ворвался просто. Стреляй. Эй-эй-эй-эй-эй. Бляха. Какой еще пожар? Ауч. Давай вот это. Два, три. Красавчик. Сделал все нормально. Семя силы. Да нет, все не рандомно. Просто это я нажимаю атаку. Просто обычную. Че я хотел? Просто визуально бой выглядит странно, но если поиграешь в эту игру, то как-то лучше понимаешь, что происходит. Просто на первый взгляд это кажется сумбурно очень. На самом деле тут тактика, все дела. Так, это защита у нас. А кого защита меньше всего?
203-169. Че, у тебя защиты нет, серьезно? Магия. Нет. Рэм. Что такое рэм? Пал меньше всего. Пускай будет так. Что-то с другой стороны. Чуть за перец. Чуть за здорово говно. Ну-ка давай ведремся. Ё-моё ты. Кинем его в лоб. А ты добей. Череп улитки. Лажа какая-то. Стоять. Добежишь? Отравление. Кинчика. Ох, ё, в троих. Жесть какая. Одного отравил. Собака. Добивай его нахер. Да иди ты в жопу. Давай сюда. Бляха, давай ты не будешь меня дамажить. Жизни. Хорош. Па-па-ра-пам. Тут такие враги, конечно, блин, отравление кидают. А, есть. Так, сюда, сюда. Здесь ничего нету, что ли, больше? А чё, не было значка, что двигать можно? Вот вы хитрые. О! Resident Evil подъехал. Что такое Ж? Ну типа они всрали и это. Типа жёлт. Голда, короче. Ну хоть какой-то перевод, с другой стороны. Самому-то, блин, переводить такую игру, это долго времени уйдет. Она у меня, конечно, есть в Стиме. Но что-то... чисто на английском. Лень. Да я знаю. Намного лучше. Читабельно. Чё я делаю? Нажимаю что-то какие-то кнопки. Это на Дикватиус. Это сырно. С
Серебряное перо, еще одно. Блях, веревка сломана. Придется обходить как-то. Надикватиус, тебя уже ищи там не штудировала по поводу Москвы. Что-то нету подъема. Немножечко. А то она уже сказала, я Гайталису привезу. Ой, блять. Собака страшная. Всех четверых? Серьезно? А почему я когда бью, такого не получается эффекта? Ну, снизу бегут аватарки, когда они доходят до ком надписи. Здесь они останавливаются. Здесь я выбираю действие. Еще 7 силы. Сколько 7 сил-то здесь можно нафармить? Хера себе. Что-то я не понял, ты про какую финалку сейчас? Поиск магии. Как-то я вернулся, да? Тут, по идее, вправо. И еще раз вправо, да? Тут рычаг. Который, наверное, откроет дверь. Что ли, или что? Нихера. Это что такое? Сука, сейчас мост упадет. Сто пудов. Одного атаковать сильно. Но тут... тут магия в основном всех только если бьет. Но тут два варианта атаки есть. Одна простая, две атаки. Типа слабая. А есть сильная атака, которая сбивает удары. Либо, ну, один раз, но сильно бьет. Но все равно одного бьешь, как бы. Вот и все нажал. Чё тут? Чё пришли-то? Призрачная стена? Чё это? А чё какая призрачная стена, смотри. Как внезапно мы оказались в месте, в котором даже не видно, где стена эта была. Которая нас сюда привела вообще. Ну, куда? Комната демона? В смысле? Кого обосрать? Кто? Чё? Ты чё? Динкова не все равно. Вот это луп. Минори, ворота тьмы закрыты? О, ядрить.
Это что за демон, блядь? Принц Ролан, ты все-таки вернулся, к счастью, ворота тьмы еще не открылись. Но за ними скрыты великие силы. Ясно. Спасибо, Минори, за то, что ты охранял ворота тьмы, пока я отсутствовал. Хаймдал. Я просто рассказал. Я не обсирал никого. Что происходит? Позвольте мне познакомить вас с хранителем Минори. Ты что придумываешь там? Не было такого. Не было такого. Все, не было. Ты о чем вообще? Че ты несешь? Че ты несешь? Принц Роун, для меня это большая честь. Хранить ворота тьмы — это долг моих людей. Так что это за дверь? Угу. Она еще завтра будет близиться к кульминации, и послезавтра. А да, это ворота тьмы — свидетельство того, что мы действительно были людьми тьмы. Говорят, что они открываются, когда люди тьмы вернут себе былую славу. Говорят, что по ту сторону ворот таится сила тьмы. Также говорят, что это приведет к катастрофе. Или даже войне. Как в Little Nemo. Тоже дверь, такая дверь была. Принц Роун, прошу прощения, недавно его королевское величество похвалил меня, но это еще не все. К удивлению, его величество сказал, что вскоре мне уже не нужно будет охранять ворота тьмы. Что? Как отец тоже знает, что ворота тьмы откроются? Странно, но ключ у меня. Ключ? Господи, этот луп. Вот он. Да, принц забрал с собой медальон, когда покинул королевство. Это ключ от ворот. Вот те на. Я думал, что это ожерелье к твоей тиаре. А тогда как я помог тебе найти его? Так вот что. Так вот оно что. Да, этот медальон ключ, который моя семья хранит много поколений. Его мне подарила мать. Не скоро. Не спрашивайте про финал. Финал не скоро. Это JRPG. Мы поиграли, ну, часов 10 от силы. Какой финал? 30 минимум часов, алло. Этот медальон передавался наследникам трона. Он должен решить, сколько стоит ли открывать ворота тьмы. И еще, что отец собирается делать с этими воротами? С воротами можно сделать только одно из двух. Открыть или закрыть их. Лучше спроси об этом своего отца. Согласен. Где король? Наверное, его величество в своих покоях наверху. Мы должны узнать, что он задумал. Пойдем. Еды, тут замок. В покоях? Зал приемов. Ну, это вряд ли. А покои где? Наверху, он сказал. Сюда, что ли? Главная площадь. Нет, это что-то куда-то не туда. Здесь, может? В замке рум комната. Комната 2. Здесь? Или где? Все говно? Что-то какая-то ненужная херня. Пообщались просто с охранником. Ни о чем. Он уснул там что-то. Закимарил бедный. Так, зал приемов.
Ну, наверное, сюда. Покой короля, во, серьезно. А все короли так, да? Тронный зал и слева сразу покой короля. Отец, ты серьезно собираешься открыть ворота тьмы? Да, но вижу, ты опоздал, Роун. Нам открыли глаза, и теперь мы наконец-то вернем себе нашу былую славу. Что ты говоришь? Ты говоришь, что мы вернем себе нашу былую славу, если откроем врата и наступит день тьмы? Но мы не знаем, к чему это может привести. Не стоит вспоминать о прошлом. Мы можем и не быть людьми тьмы. Успокойся, за теми вратами посланник надежды. Надежды для наших людей. Теперь, когда день тьмы уже рядом, не стоит уже говорить. Пора действовать. Как глупо. Я никогда не отдам ключ, мой медальон. Вижу, ты ведешь себя достойно, как и полагается принцу. Ну ничего, твой медальон уже не нужен. Все уже готово. Вы что, блядь, поворотом выстрелить, что ли, решили из пушки? Пришло время открыть ворота тьмы. Уже никто не сможет нас остановить. Приготовься. Отец, мать никогда бы этого не допустила. Что тут происходит? Кто или что эти люди тьмы? Я скажу тебе, почему нас называют людьми тьмы. Ты готов услышать правду? Ты готов? Ты готов? Готов услышать правду? Сейчас такая шокирующая правда будет просто. Это герб нашей страны. Это герб Вальмара. Люди тьмы — это те, кто когда-то давно сражались на стороне Вальмара. Но уже никто не поклоняется Вальмару. Это воспоминание из далекого прошлого. Значит, посланник был послан Вальмаром? Это что такое было? Земля содрогается. Внизу что-то случилось. Тигарю пушку привезли. По-любому. Ворота. Ворота тьмы. Открылись. Не может быть. Медальон здесь. Черт, надо спуститься вниз быстрее. Вот это поворот. Это нам сюда? А где? Вот тут? Какая, блядь, главная площадь? Стой. Сюда? Или не сюда? Зачем? А чем вообще в обход-то пошли? Из-за фестиваля, что ли, только? И все? Погоди. Что-то я запутался. Где эта дверь была? Где была эта дверь? Топографический кретинизм. Нет, не тут. А где? Сказал внизу. Где это было, сука? Что проходили? Кабинет короля закрыто тут. Твою мать, где это было? Что-то вообще из головы вылетело. Вниз, что ли, надо просто пойти? Да хуй там. А где? Чё-то я потерялся, слышь. Ну, естественно, я... А где же счет? Чую, надо сохраниться. Неизвестно, что там за хуйня сейчас вылезет. Насколько она будет, эта херня, сильна. Ого. Охрана ворот тьмы. Хераси. Что-то вообще все разъедрило просто. Как ты? Гордыня. Он власть над силами тьмы. Его величество обманули. Этого вестника смерти нельзя освобождать. Минори. If you smell!
Что такое? Этот запах. Это Вальмар? Там находится Вальмар? Нет. Наконец-то я нашел его. Вестник смерти, демон. Я нашел его, и теперь я перегрызу ему глотку. Мелфис? Да, это несомненно где-то рядом. Ты действительно Мелфис? Мелфис, выходи. Сучечка. Ого. Да тут что, побегать надо? Спокойной ночи, мистер Никрайт. Так вот, что все время было по... за воротами тьмы. Все это время было за ним, не хватает механизма какие-то. Что это такое? Что-то здесь не так, как будто мы внутри машины. В таких местах вряд ли можно найти меч Граноса. Почему-то я думаю, что меча здесь нет. Центр должен находиться дальше. У нас мало времени, не знаю, что это такое, но мы должны уничтожить его, пока еще не поздно. Таксист мимо такой пролетает. Центр 250. Бля, что сохранялся? Серьезно. Кстати говоря, по-моему, мы до хера чего собрали. Стоять. Вот. Вот, 1600-3200. Еще чуть-чуть и сможем взять падение к кого-то там. А по магии что? Могу что-то еще втащить? Яйцо Хаусову. Стая огненных птиц. Все враги. Атака молнии сжигает всех врагов. Надо вот это открыть. Возможно, это будет еще одна магия огня. Все, блядь, потратил. Все, блядь, потратил. Серьезно. Все ушло. Ладно. Копим 3200. И копим... на магию чутка. Блин, миление опять сейчас. Хопа! Эй, ты чё там? Да беги, успей. Хорош, сбил. Блять, Фиора еще. Стой. Золотой молот, все, кинь его. Че так медленно-то? У тебя же прокачанный был, нет? Я думал, у нее прокачанный был. Медленно очень. Че это такое? Запрет на коронки. Ну хорошо, ладно. Тогда будем в рукопашную. Все, устал. Больше не побежит. Беги. Хорош. Что-то прям семена силы дают. Вот. А поскольку они дают там? По три. Ёпта мать. Плюс три силы. Это же жесть. Прям нормально фармить-то тут. Их. Просто ходить туда-сюда. А уйди на. Не хочу с тобой драться. В смысле, у меня выбора как бы нету, но... Ну я тебя лучше пропущу. Мне качаться особо не надо, я и так уже, по-моему, перекачан. Это чё за хуй? Здорово. Здорово. Вы кто? Бля, им надо этот, что ли, опять?
быстрее лили ему. Да уйди ты, Марик, ёпта мать. Стоило так жопу рвать. 82 дамага, 25 комбо. Или 20, сколько там? Более 20, короче. 82 дамага. Жесть. Жесть. Просто боль. Мама, мама. Чё это? Да отстань. Пожиратель. Сильно надоможилось? Да вообще что-то нихера. Пожиратель. А что за пожиратель? Это какое-то оружие явно. Блин, так-то. Снимает хп как 10% вреда. Это что значит? Давай проверим. Прям проверим. Кого я бью, блядь? Так, Фиора. Ну-ка, жахни его. Сука, серьезно? Вот он, короче, крыса. Оружие Феонора, да? Пошел на кухню. Ну-ка, покажи мне, как это работает. Да, что-то похеляло вроде. Ну, неплохо, в принципе. Или плохо. Не знаю. Ну, это надо, чтобы дамаг был большой прям. Большущий, охуеннейший. А чё тут? Деньги. Ну, давай, давай. Блять, когда я уже вылечусь от этой атаки, ну? Бойк. Блять, в смысле не добил? Ядрить они медленные. Так, что тут у кого 6? Что творите-то, ёпта мать? Убил. Ты как этот прям из утиных историй, из первых трех серий. Такой, знаешь, это собака там такая была усатая, кричал все время: Gold, I love gold. Золото. Там еще что-то раньше было, ну и я что-то решил не ходить. Блять, когда я себе восстановлюсь? О, привет. Бойк. Не мешай, не мешай, не мешай. Сбей.
Хороший сбил. Бля, не успею. Че за аэроудар? А сколько ему снимет? Боль! Просто боль. Беда, беда. 67. Жесть какая-то. Бери арфоманы. Вот, давай, пока я тут, пока я помню. Что там нужно юзануть? Снимает что-то там. Это паралич считается или что? Героя лечит паралич, смятение. Нет, смятение — это другая хрень. Клубик, касторка, золотой орех, 72 хп. Наверное, вот это. Нет, подожди, вот это. Да, это оно же? Нет. Хорошо, давай тогда магии попробуем. У тебя есть что-нибудь? Исцеление. Так. Бляха, мне лечить его нечем, этот эффект. Охереть. Или есть чем? Исцеление его. Травление. Блок магии. Да, вот. Отлично. Блок магии. Это... Все понятно. Что-то зоны или нет? Уйди, ну. Бегите вправо, а я пойду вот сюда. Мимо вас просто такой. Подземный завод. Уровень 2. Это что за хрень? Бомбы какие-то. Бляха, я подумал, это этот. Труба дальше идет. Сука, она вообще ниже где-то. Как так-то? Как так-то? Что-то локации тут вообще жесть. Пошел нахер. Камень Феникс. Так, интересненько. Интересненько, интересненько. Так, стоп, и чего, как мне? Все так сложно. Жесть. Это деньги. Брать не особо хочу. Как-то я удачно прям, да? Пробежал туда, куда надо. Ну, я думаю, ничего такого существенного здесь, кроме какого-нибудь оружия, я не знаю. Ненужного мне. Не пропустил, я имею в виду. Ну, нам, наверное, сюда, раз уж здесь сохранение. Что-то сейчас здесь будет. Какой-нибудь босс, возможно. Рубильник. Валяри. Компенсация. Я тот мешочек не взял. Паралич. Угу. Блин, ничего против блока магии нету. Жесть. По-моему, они меня застали врасплох. Чё за птица-то? Это мозг? Мозг летающий? Чё? Это чё за херня? Минус 2, что? Атак? Слышь, пацаны. Ядрить. Ядрить. Да ну бейте их уже, все, хорош.
Все, хорош расслабляться. Все, пиздим их, просто пиздим. Пиздим всех. Давай, 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 давай. Ну, вернее, даже мозг и летучая мышь. Это очень, да, странные какие-то враги. Добивай. Хорош. Семя магии 3 штуки. Нихера себе. Хотел пробежать. Ладно. Блять. Блять. Не-не-не, ебани. Красиво, чтоб было. А он всех бьет. Кто рядом? 53-68. Ну такое. Съебаться успел. Давай. Немножко аниме. This is my way of thanking you. Жух. Хоба. Три 500. Хуяся. Она сильна. Она становится сильной. Прям ядрить, какой сильный. 2500. Не надо. Это чё? О, опять Resident Evil. Ну 700 ж. Ебать, идите нахуй, птицы. Беги, 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 беги. Не хочу с ними. Их много. Так, это куда? Это я правильно побежал? Иди ты нахер, вот такой вот я хер опущу. Так, стой. Оп. Так, ну через левый придется этот... Меч мастера, это что такое? Ну это явно меч. И кажется, он мастер. Еть. Тихо. Ну просто не знаю, что я с ним сейчас буду драться. Я вроде прокачан на этот уровень, они меня убить не могут. Там ничего не было. А если прям будет жестко, ну останемся на минутку, пофармим тут. Ну не на минутку, конечно. Каменю огня. Чего ты там? А так смотри, прям это. Додж. Сейчас не понял. А куда мне надо? Мы пришли вот отсюда, правильно? Чё-то я сейчас нихера не понял. Единственная дорога вниз. И куда? Тут недалеко прям выход-то. Щущ! Где? Я не вижу. Блин, иди ты нахер. Убью тебя сейчас. Говно. Кто-нибудь жахните магии какой-нибудь, прям что, блять, они все сдохли нахер. Достали. Уходи. Кто-нибудь видел проход? Потому что я что-то. Я что-то поход слепой сегодня. Ха-ха-ха.
Добивай, ну! Добивай, добивай, добивай! Ну, чуть-чуть осталось, чё ты? Тьмы. Где сраный проход? Бляха. Сама незаметность. Ну. Нет. Я был удивлен тому, что. Твою мать, а че у вас так много-то, алло? Сокрушение, это еще что такое? Слышь, дрожь. Чё-то новенькое, они так били разве? Блёха, их так много. Шесть человек, по-моему, да? Шестеро, да? Жесть. Уже не важно. Уже абсолютно не важно. Он просто слил их одну атаку. Всех. Еще уровень. Отхватили уровень. Нам надо в это сесть. А что это такое? Она поедет или... А, она опускается. Ну ладно. Сколько тут этажей-то, алё? Что-то много прям. Идём. Что-то с камерой внезапно произошло. Все близко стало. Чё это? Хочу я это взять или не хочу? Чё было? Да. Не надо. Да беги-то. А что они какие-то латентные? Я уже перед его носом пробежал три раза. 700 денег. Не, серьезно, они чуть на меня не нападают. Все, разонравился вам. Я за сундуком. Ничего не знаю. Я в домике, блядь. Мимо этих я вряд ли пробегу. Давай, помахаемся. Ни хрена он быстро. Она даже... Она шаг только успела сделать. Жесть. Нет, они латентные. Мы сегодня хоть кого-нибудь сильного завалим? Или все так и будет? Потихохоньку. Тихоньки да хахоньки. Чтобы они не мешались, я их завалю тоже. За компанию. Это был риторический вопрос, не надо на него отвечать было. Ну, я сейчас в данной ситуации хочу договориться, потому что все, кого я пока что встречаю, какие-то, ну, саненькие. И это вся твоя атака? Что это за дичь? Ну, убьешь хоть? Бум. Прям на пару зарубили, красавцы.
Вот и мне хочется увидеть, кто здесь у нас. Потому что они прям это... обещали, что здесь что-то будет. Откуда здесь проход взялся? Телетуфли? Что за телетуфли? Ну это явно ей. Телетуфли. Ноль ход. А здесь два ход. А чё на тебе сейчас одето? Плюс 10 ход, плюс 5 акт. Управление. А там культура. Россия-ка. Да? Россия-ка. Такая маленькая Россия-ка. Нет, PlayStation 3 включал, она меня заставила обновить прошивку. И, короче, это... Пока я ждал, пока прошивка эта установится, пришлось включить телевизор, но по телевизору шла одна муть, но по каналу культура. Чувак так прекрасно играл на пианино, я не смог удержаться. Не об этом. Что это? Мне кажется, что это какая-то фабрика. И это сила тьмы. Как смешно. Смотри в оба. Смотрись по сторонам. Отличный канал, согласен. Там хотя бы нет всякой срани. Что это такое? Тревога какая-то. Смотри, Рюда, эта штука. Внимание, проникновение. Опасность для производства роботов. Срочно устранить угрозу. Это явно не мой брат. Этот запах того, кто превратил моих поселок в руины. Я полностью в этом уверен. Не знаю, что это, но он одержим когтями Вальмара, и он приближается. Незаконное проникновение на завод. Протокол уничтожения угрозы. Уничтожить, Что-то масштабное? Чё, здорово! Здорово, жук какой-то! Что, кто ты? Скорпион? Вот блатной скорпион, он такой, знаешь. Чё ты? Сзади хвост. Чё по хп? Неизвестно. Адский вздох. Коготь Вальмара. Прекрасно. Начнём. Хотя бы отмену не сделал нам. А вот теперь сделал. Охуел, что ли, слышь, алё, блядь. Sky, take flight. Вот сука. Бум. Сколько было? 2400. О, это паралич у них. Подожди, а у меня есть что-нибудь от паралича-то, ёпта мать? У тебя есть что-нибудь от паралича? Исцеление, отравление, блок магии,
воскрешение, снижение защиты. Бляха, а у него и нету ничего. А предмет? ХП, 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 ХП. Погибший герой. Травление паралич, во, есть. Так, Миления мне нужна по-любому. Тух нахуй. Острый хвост. 442. Че ты там мучишь, женщина? Че там нужно было? Паралич. Вот у него тоже паралич. А это законно вообще на 2 ксарят лечиться боссу? Блять, слышь, завязывай вот с этой хуйней. А, он уже поднялся. Хе-хе. Ну, сети, по-моему, пизда. Ща я тебя так въебал. Жух. Нормально. 800. Уже полжизни почти снесли ему. Сейчас она еще что-то там юзанет. Бабамс? А вы чуть за магия такая? Закрываю глаза. А? Нихуя себе ты рубишь. Подруга. Острый хвост. А, сука, лечится. Урод, 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 лечится. Мы сейчас ему это все снимем. Не проблем вообще. Лох. Фиора. Ой, бля, пожалуйста, не надо. Пожалуйста, не надо. Это новая атака. Я ее не так давно прокачал. А он не может теперь молот использовать. Ну тогда это, знаешь, что делай. Так, 8300 осталось. Смешной гипертракторист. Ожидание, ожидание. Лекарь, вот эту руку бей. Есть обычный тенсейкин, а есть с помощью Sky атака. Sky, take flight. Только она на боссов не особо действует. Причем должен его воздух подкинуть. Ну, босса, видимо, он поднять не может. Хуяк, отмена. Хуба! 1800. Бабамс! Deep cry goodness. Вот против больших врагов тут хотя бы какая-то тактика есть. Ты что, ему еще накинул паралич, что ли? Нихера себе. Паралич накинул, вот дает, блядь. Кто там бьет? Тяжесть. Тяжесть это, по-моему, все в центр забивается. Don't true. Или нет? Да ну это говно.
До свидания. Sky, спокойной ночи, Филлер. Here goes, flying, Tensei Ken. Хоба. Еще давай на этот, на пасашок. Все, энрейдж прошел. Хоба! Труп. Книга ветров. Хм. Интересненько, интересненько. Книга ветров. Что там будет? На скорость, наверное, да? На скорость, это хорошо. Это что такое-то? Здорово. Это не человек. Робот? Солдаты, созданные для сражения в битве добра и зла? Марик, ты сказал, что это был запах Мелфиса. Я полностью в этом уверен. Не допускаю, что тот, кто появлялся перед нами, не Мелфис. Когти Вальмара. Ага. Наверное, ими управляет другая часть Вальмара, и она рядом. Тогда мы близко к нашей цели. Мелфис, несомненно, здесь. Это был... Вот что мои люди так долго скрывали, от чего страдали. Я думал, что мы закрыли его, потому что смотреть на это ужасное прошлое было слишком страшно. И это оказалось лишь завод по производству военных машин. Мы всего лишь охраняли ворота. Рон! Как мы могли быть связанным этим? Рон, хватит. Ладно, все, остынь. Блядь, дебил, все сломал. Красавчик. Пора сваливать. Дамы и господа. Принц этой страны. Все сломал нахер. Че ты делаешь? Оставь куклу, нам пора убираться отсюда. Она такая же жертва, как и я. И я не собираюсь ее оставлять. Но она же робот. Все. И все в один день, да? Что ты будешь с ней делать? Она тоже жертва Вальмара. Она серьезно похожа на куклу. Эй, чего? Этот цвет такой. Яркий. Ты чё, Иисусе, что слышишь? По воздуху ходила. Нет больше опасности. Тебя уже ничто не держит здесь. Что мне делать? Я уже не желаю сражаться. Не волнуйся, она марионетка. Без приказа она ничего не сделает. Я тоже был таким. И свято чтил традиции, даже не выдавая их сомнению. Что же я делал? Роуэн, сейчас не время скорбить. Мы должны установить причину этой катастрофы. Ты прав. Я должен спросить отца, почему он построил такую фабрику. Да. Ладно, пойдем, Эрик. Прошу, дайте мне приказ. Ты свободна. Теперь ты можешь делать все, что хочешь. Скайнет. Свободен? Я не понимаю. Свободен? Гни там было написано или что-то такое. Надо найти батю. Батя.
Батя, где ты? Калибровка. Требуется калигровка. Как калигровка. Да что происходит-то, ну? Наверное, у себя в кабинете. Отец. Отец. Походи, биться будем. Батя. Так что ты задумал? Ты не можешь. What? Дверь, быстрее. А ты сам не можешь дверь открыть, нет? Не годится такой момент, нет? Ту-ду-ту-ту-ту. Я предвкушаю музыку. Ну, добрый вечер. Демон Мелфис, я все-таки нашел тебя. Постой, Марих. Мелфис? Брат, это серьезно ты? Да что здесь происходит? Как мило. Оставшиеся братья встретились. Что такое? Хочешь, чтобы тебя подержали за ручку? Скучаешь по брату? Или ты его искал? Это что? Отец! Бесполезно, сейчас он полностью подвластен Вальмару. Демон Мелфис, как же я ждал этого дня. Ты умрешь. Тем, кто мешает мне, и дарую чудесную смерть. Давай, отведай моего меча. Перед тем, как начать этот восхитительный бой, просто насладитесь тем, как он ржет каждые 2 секунды. Это во-первых. Во-вторых, он настолько суров, что я даже не буду драться, серьезно. Вы просто посмотрите на это. Смотри, я атаку делаю. Сколько там дамага полетело? Ноль. Ноль. Хорошо, да? Ноль. Эйвон? Что еще за, блядь, за Эйвон? Че, косметика сейчас будешь кидаться? Защита кусок. На, нахуй, обычная атака 380 дамага. Смотри, 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 смотри. Тема. Тема, смотри, цени прям, вообще огонь. Смотри. Цени. Это будет круто. Ноль. Ну просто дело в том, что надо ему проиграть все. Сука, заткнись. Я вообще удивлен, что я по нему попадаю. Последний раз, когда я дрался против него, по нему вообще не попадал. Он просто все атаки доджил.
Миленько. Это что такое? Хм, глупый робот. Ты мне мешаешь. Мой брат, зачем сражаться? Почему тебе просто не сдаться? Что тебе уже осталось? Ты все еще веришь в эти глупые мечты? Глупые? Но ты мой брат. Как ты можешь погубить мои мечты? Идеалы всех людей. Отчаяние — это истинное наслаждение. Все, что ты делаешь, бесполезно. Все чистая фантазия. Глупцы. Я тоже таким был. До перерождения. Ты уже не мой брат. Наши надежды и мечты были обречены сначала. Я покажу тебе, да? Еще у нас дома. Итачи! Стой! Или как там его, блядь? И это Мелфис? Черт, он убежал вместе с рогами. Ну, я хотя бы когти забрала. Учитель, как ты? Вот ты где. Ты спасла нас. Спасибо тебе. Что мне делать? Ты сама должна решать, что делать. С такими силами ты будешь жить. Тебе решать. Смотри, у него такой голос низкий, его даже не слышно почти. Че он там бубнит? Как я прям. Меня тоже не слышно. Должны вернуть нашу былую славу. Привет, Metal Search. И опять-таки, игра Sega Dreamcast, и опять-таки такая же хрень. Ты должен проиграть своему сопернику. По какой-то невиданной причине, не знаю. Просто так игра решила. Мы же все-таки люди тьмы. Когда-то давно мы сражались на стороне сил тьмы, но сколько мы можем нести это время? Почему мы должны быть людьми тьмы? Рон. Не, перестань, не надо, только не здесь и не сейчас. Мой внезапный приступ неуверенности идет тебе. Может, моя память меня и подводит, но я помню сильного и храброго парня. Ты тот, кем должен быть, Рон. Твои предки мертвы, если ты не хочешь присоединяться к ним, забудь об этом прошлом. Разве ты ничему не научился, когда покинул свое королевство? Ты прав. Я много чего повидал. Я много думал о том, какое значение имеют люди тьмы и ворота тьмы. Но теперь я понимаю, что это не больше, чем название, которое мешает нам забыть о своем прошлом. Они бессмысленны. Мы должны думать о себе. Мне уже надоело слепо следовать традиции. Это не жизнь. Так что же тебе... Так что же мне делать? Внимательно выбери свой путь. Ладно тебе, не шути так. Ты же знаешь. Друзья, я хочу сделать так, чтобы мое королевство навеки забыло о былых традициях. Я буду бороться и избавлюсь от этой лжи и заблуждений. Ложным верований и пустых идеях. Мы будем жить дальше. Хорошо сказано. Я останусь в королевстве, мое путешествие закончилось. Минус Рон, судя по всему. А это уже из Вамписа. Привет, Вампису. Кто? Рон? А любую принцессу. Вот, особенно в таком прикиде. Ну вот представь, у него волос подлиннее. Лунная призма, дай мне сил. Мы уже прошло время, с так много времени, как мы узнали истинную правду. У нас есть флаг, но никто не хочет его видеть. Но втайне все говорили, что в нашей стране скрыты ворота тьмы.
Говорят, что за ними таится ужасный легион тьмы. Эти ворота наконец-то открылись. Однако он оказался ничем иным, как фабрика производителя роботов. Роботов, которые могут стать оружием. Те, кто ищет силы, тьмы были изгнаны. Фабрика, находившаяся за воротами тьмы, уже уничтожена. Не Санджу. Почему она находилась в этой стране? Это потому, что мы потомки тех, кто сделали Вальмар своим повелителем и богом. Почему так внезапно? Как такое может быть? Ваше Величество, что же нам делать? Однако, мы, люди, а не марионетки Вальмара. Вальмар... А сейчас Вальмар пытается воскреснуть, но Вальмару не нужны люди. Ничтожество, исполняющее его любую волю. Мы скрывали это. И это мешало нам стремиться к лучшему будущему. Будущему. Будущее, к которому мы придем вместе. Наше прошлое уже не лежит на нас. Таким бремя... Чё? Теперь я опять подниму флаг, чтобы мы не забывали о ошибках наших предков. Под этим флагом мы будем искать новый путь. Ну. Лонглиф, да, блин, на Нью Принц. Лонглиф. Довольно неплохо, я бы никогда так не смог. Может ли сестра Гранса связаться с такими людьми? Все в порядке? Я хочу тебе что-то сказать. До сих пор я просто боялась тьмы. И даже не пыталась понять ее. Но я знаю. Надо принять мир, каким он есть. Он на эту похож из One Piece, девчонка из этой, из страны песков, которая принцесса. Там что-то вот сейчас прям очень похож было на тот момент. О, а чё, нам куда идти-то? Нам надо с ним поговорить, сказать это. Все, короче, мы уезжаем. Все, давай, бой. Отправляться на остров Гарлан и сразиться с Малфисом. Окей. Это он про то, что типа встретимся дома. Он сказал что-то такое похожее на эту фразу. Но это не точно. Да ну сядь-то в лодку-то, ёпта мать. Да сядь в лодку-то, блядь. Ты чё, дурак? Как нам уйти отсюда? Чё, я не совсем понимаю, до этого его нельзя было убить, а сейчас можно будет. Хэштег Риюда против Мелфиса. Риюда. Ты отправляешься на остров Гарла? Хотя Малфис и брат Риуда, мне придется убить его. Такова моя судьба. От нее не уйти. Тогда нам пора прощаться. Извини, что не рассказал вам о себе раньше. Ничего страшного. Да, не нужно никаких извинений. Ты все тот же Рон, которого мы знаем, хотя уже и король. Большое спасибо, корабль будет ждать нас, вас в порту. Вам точно не нужны солдаты? Они мне были нужны? Побереги себе. Удачи. Пока, Роун, удачи тебе. Кто тут хэштеги без меня ставит? Никто. Я буду скучать. Аллея Леденец? Чё, блядь? Аллея Леденец, ваше величество? Что это значит? Вытри свои глаза, пока твои подданные не начали волноваться.
Да, король должен скрывать свои слезы, так как другие могут использовать их в своих целях. Крепись. Да, ты прав, я буду помогать моим людям. Прощайте, друзья мои. Давай, бывай. Минус Роан. Чалька. Ну, я чувствую, кто у нас четвертый будет. Чувствуется мне. Здорово. Что такое? Я же сказал, что ты будешь... Что ты свободна. А что это значит? Ты можешь делать все, что захочешь. Что-то полезное садить, сажать деревья, ухаживать за детьми. Никаких хэштегов без рамошка. Опа! Так что мне делать? Запусти змея. Сделай скворечник. Построй кормушку. Да. Или выпей, не знаю. Я не знаю, Марик, что нам с ней делать. Если ты не знаешь, что делать, то тогда будет лучше, если она пойдет с нами. А? Она чужая в этом мире и не знает о своей душе. Ибо она была забыта. Забытая душа, разве у роботов есть душа? Во время пути мы это и узнаем, а пока она пойдет с нами, так как скорее всего ее душа не будет найдена. Да она уже не кукла. А ты как хочешь, пойдешь ты с нами? Да. Как тебя зовут? Мое имя Тио. Добро пожаловать, Тио. Да, учитель. Тио. Тио. Я себе. Слышь, Тио, а ты чё такая мощная тут? Алё. Ну, я бы ей... Ты посмотри, она по скорости. 112... Ебать. Охереть просто. Я бы ей атаку поднял. Кольцо ярости. Один. Пацан ушел с яйцом, да? Молодец, парниша. Да нет, оставил. Яйцо Мглава. Во-первых, во-вторых, сюда яйцо Хаоса, сюда. Серега Мираж, по-моему, да? Так, и что-то надо. Что у тебя есть тут? Цветок лотос. Отличная атака, отмена эффекта. Легендарный танец атаки. Что, блядь? Вот это серьезная хрень, посмотри. Останавливает потоки ветра на всех врагов. Огонь. Линия врагов. Один враг. А сколько у тебя СП? 48. 140. Сорок шесть, по идее, да? Чуть-чуть не хватает. Ладно, давай. 4 хз, ты ебанулась, мать. 4 косаря тебе. У нас, кстати, книга ветров появилась, да? Чё там? Скр-скр-скр. Скр-скр-скр. Повышение сил ветра. Так, ветер, ответный удар после уклонения. Уклонение это не всегда будет работать. Снижение времени... По сути, мне нужно вот это только. Книга священника, тут жизни только, да? Так, навык. Здесь все пропало. Так, сюда. Сюда. Что здесь было еще? Защита здесь была. Правильно, правильно. Снижение времени выполнения команд было, и что-то такое по магии, по-моему, было.
Да, вот это. Да у тебя чё? Чё тебе можно одеть? Прочность. Шанс уклонения. И, походу... Не-не, погоди. Стой. Скорость. Здесь так уже есть. Так, сила. К сожалению, выполнение команд. Какого меньше всего скорость? У тебя. Ну, я бы тебе одел бы. Так-то. Так, подожди по-быстрому. Где тут рывок? Во. Скр-скр-скр. Что осталось-то? Неэкипированная. Хрень. Мастерство. Служение время выполнения команд. Все. Погнали. Так, все. Валим. Немного у меня будет полторашка. Все. Короче, блядь, полторашка. Подарок от Origin Dead Space. Да. Надо зайти. Нам на корабль нужно, да? Это мой любимый корабль, да? Это оно? Подожди, где мужик? Я помню, что тут какой-то мужик должен быть. Да, блять, камера, повернись как-нибудь, пожалуйста. Корабль называется, видишь как? Новый король рассказал мне о тебе. Я Бакал, капитан этого корабля. Я доставлю тебя на остров Гарлана. Но преодолеть утёса Граноса непросто. Покинув порт, ты... мы не сможем вернуться, ты понимаешь? А мой корабль будет ждать тебя. Мы можем отплыть, когда захочешь. Ну, поехали. Ладно, я недолго. Бля, надо было бы сохраниться. На этой лодке стоит какой-то номер. Может, это 50 из 50 кораблей? Или может, это регистрационный номер? А, видишь, тебя это заинтересовало. Это название моего корабля. Он называется 50 на 50. Как интересно. Запомни это, уважаемый зритель. Корабль называется 50 на 50. Все на борт. Лучшая шутка сейчас будет. Ну все, Аркадия начинается. Я вроде тоже Dead Space есть в Origin. Не помню. Да он у меня в Steam есть. Так забирай. Потом, когда будет комп, может. Ух, как увлекательно. Риуда, где находится остров Гарлана? К северу от моря Камил, прямо за утесами Граноса. Утесы Граноса? Как они в море? Они разделяют море на две части. Никто не знает, что там на дне. Наверное, там очень много воды. Как мы переберемся? Спроси капитана. Похоже, Бакала знает, что он делает. Что это за звук? Может, он выглядит и не очень, но это настоящий корабль, поверь мне.
Это я вижу, блядь, у тебя там вон. Леонардо и Рафаэль, походу. Как трофеи висят, блядь. Я не знаю, с этим механизмом я не знаком. Я бы хотел узнать его назначение. Это меня очень интересует. Ебать. На нем мы переберемся через утесы Гранса. Если ты устал, можешь отдохнуть. Нам еще плыть 5 дней. Чего? Какие, блядь, 5 дней? У нас нет столько времени. Ну кто-нибудь пуш ми. Ну кто-нибудь тач ми. Чтобы сразу с сатисфэкшеном. Нормально. Работаем. Есть вот у вас сохранение. Слышь, палуба 50 на 50. Пошли в каюту. Работник ножей, это пора, блядь. Чего? Спасибо стримеру за пению. Блин, не брось. Что это устройство? Похоже, Марик не может с ним справиться. Еще никогда его таким не видела. Интересно, зачем это? Я знаю, посмотри, Тиву все еще смотрит на него. Только подумать, я ничего и не знал, а Тиву, как ты думаешь, что она делала все это время? Душа не его. Тебе может это, подменить тебя или что? Тива? Ты что-то помнишь о том, как Мелфис вселялся в тебя когти Вальмара? Похоже, я шла за его голосом. Больше я ничего не помню. Как будто я только проснулась, но со мной все в порядке. Может показаться, что это задание более сложное, чем я думал. Позволь я? Не бойся, у меня еще есть силы. А почему капитан этим не занимается? Что за говно? Надо с капитаном поговорить? Вверху или что? Эй, ты мне не поможешь? Давай попробуем. Черт, что это такое? Ты должен увидеть его в действии, тогда ты и поймешь. А, чего помочь? С чем помочь? Чего? Чего попробуй-то? Чего попробуй? Че тебе надо? Игра, ты что-то невменяемый стал только что. Почему он вселил тебя когти? Мне приказали охранять завод, следить за производительностью роботов, затем уничтожить внешний мир. Он сказал, у меня достаточно силы, я не могу освоиться мечом Граноса, но этих когтей будет достаточно. Мелфис знает о мече Граноса? Интересно. Это все, что я сейчас знаю. Похоже, пророчества Зера были верны. Так, Мелфис все знал. Идол — это не священный меч? Что еще за идол, Рюдо? Да, ничего, забудь. Его неудовлетворенностью силами... Своими силами, как же жажда разрушения, как алчный волк, он будет острый, хитрый, чё? Я только выполняла приказы, я что-то не так сделала. Ты не виновата, виновен тот, кто тебя использовал. Какие разрушительные силы были на этом заводе. Мне страшно только одной мысли. Достаточно, чтобы мой брат верил в то, что это может захватить Кирн. Вот и прошла заставка. Елена, как ты? Извини, Рюда, я не знала, что на корабле такая качка. Я поговорю с капитаном, прошу его где-то остановиться. С рабом-пассажиром. Я бы так, наверное, даже сказал. Потому что он по своей воле, во-первых. В смысле, во-первых, он пассажир? Я слишком слабый ветер, чтобы пересечь утес Гранса. Послушай, Елена больше уже не может. Мы можем где-то остановиться? Думаю, другого выбора нет. Где-то здесь должен быть риф Си-Си. Мы остановимся там. Ну давай остановимся там.
как раз будет сохранение, потому что я помню, что у меня диск виз здесь примерно. Добровольно-принудительный раб. Все верно. Ебать, ты паркуешься. Просто сама аккуратность. Охереть, прям тютелька в тютельку. Как бы сказал Metal Search. Да, он сейчас, возможно, скажет. Like. I love. Елена, все будет хорошо, мы на суше. А, извини. У меня все еще не по себе. Опять скачет в Аркадии, ты понял, да? Капитан, думаю, это в силах. Это в наших же интересах позволить ей немного поправиться и отдохнуть. Но далеко не уходить. Отправимся, как только поднимется ветер. Ладно, мы тут отдохнем. Сегодня тебе не придется волноваться о том, что ты упадешь с кровати. Да, это было бы хорошо. Который день-то вы уже плывете? Где же сохранение? Где же сохранение? Где же оно? Вот сейчас прям. Что это? Что это? Что за херота? Эти камни странно отполированы. Думаешь, это жемчуга? Я чувствую запах моря. If you smell what the America's cooking. Это уже о запах камнях. Дайте мне отдохнуть. Ладно, может, мы и нашли что-то важное, но этой принцессе действительно надо поспеть. Поспать в мысль. Горе бить друг друга. Страшно это звучало. Make JRPG not war. Да. Я был бы рад, если бы Sega такой выпуск сделала. Кстати говоря, да. С Днем Святого Валентина, ребят. Думаю, подойдет. Давайте тут остановимся. Елена, господи, я не знал, что ты можешь так много съесть. Ты хотя бы жуешь? Без всей этой качки мне гораздо лучше. На корабле мне становится так плохо. Рюда, где занималась твоя семья? Чего? Чем занималась твоя семья в том городе? В том городе. Я сейчас даже я не знаю значения слова семья. Что такое семья? Я не понимаю. Семья — это те, с кем ты живешь. Например, мы. Это пёстрая семья. Пёстрая семья. То есть, если я сейчас с чатиком больше всего времени провожу в своей жизни, значит, вы моя семья. Пёстрая семья. Да нет, пёстрая семья. Я всех люблю. Рюдач, да это уже было. Мои родители умерли, когда я был еще маленьким, я их не помню. Меня моего брата Мелфиса воспитывал старейшина. Но Мелфис уже мне не брат. Он даже уже не человек, он слуга Вальмара. Это все, что я знаю. Ладно, давай ложиться спать. Такой он разговорчивый. Прям. Эй, а где Елена? Скай, ты ее видел? Да, она туда пошла. Отлично, наверное, кормит рыбок. Что?
смысле? Она утонула? Или что? Кормит рыбок. Я так не думаю, умник. Ладно, я собирался спросить тебя о чем. Кто больше нравится, Елена или Миления? О, мне кажется, этот чат сейчас тоже интересует этот вопрос. Кто нравится вам больше, Елена или Миления? Господи, Скай, зачем ты такой спрашиваешь? Это работа, помнишь? Мне их видеть противно. Эздобол. США, блядь. Сам собой Миления. Как это, само собой Миления, но выберет, конечно же, не Милению, да? Елена, что-то случилось? Тебе очень плохо? Нет, я просто любовался морем. Затем я увидела ее. Кого ее? Луну Вальмар, понятно. Как будто она смотрит на меня. Ненавижу. Эта луна преследует меня. Видимо, страдание. Эй, Елена, хочешь, чтобы я ее убрал? А? Ну, как тебе? Спасибо. Так мне даже стало гораздо лучше. Я хочу, чтобы она исчезла навсегда. Я тоже. Она всегда исчезает, но потом появляется. Знаешь что? Мир так прекрасен, велик и спокоен. И я думал, что все боятся Вальмара и изолированы у Теоса, ужасно страдают. Я даже ничего не знал об этом мире. Хорошо, что ты хотя бы поняла, насколько ты наивна, Елена. Тебя больше не стоит называть наивной. А сейчас я хочу обо всем забыть. О моей миссии в Вальмаре. О себе как сестре Гранса. Ты че там, блядь? Завтра. Сейчас я хочу забыть. Забыться. Губу хоть. День Святого Валентина, в конце концов. Наебенюсь, как скотина. Сейчас нажрёмся, устроим групповуху. Елена, это действительно очень тяжело. А? Ты не поняла. Даже хотя ты так стараешься. Я никогда не смотрел на мир так, как ты. Я только хотел забыть. Стереть мое прошлое. То есть Мелфиса? Я думал, что буду счастлив, если все забуду. Но все оказалось совсем не так. Я не мог убежать от своего прошлого. Я в тебе ошибалась, Рюда. Я не замечал твоей боли. Извини. Я все-таки была ужасно наивной. Но благодаря тебе я сильно изменился. А? Да, подумай об этом. Я думал, это так очевидно. Если бы не это путешествие с тобой, я бы никогда этого не понял. Он стал, кстати, женщиной, судя по субтитрам. Спасибо. Рьюда, это я должна тебя благодарить. С тобой я могу честным быть. И мои глаза могут быть очень странной формы. И я даже не понимаю, что, блядь, происходит.
Она стояла вот так вот сейчас. И она говорит, я с тобой могу быть самим, самой собой. Я люблю этот чудесный мир. Я люблю всех, кто живет в нем и старается сделать его лучше. Спасибо за поддержку. Теперь я буду стараться. Это Елену я знаю. Завтра мы пересечем утесы. Почему он... Рюта, проснись, что-то случилось. Чего он говорит утесы? Я же отчетливо слышал. Завтра мы пересечем Гранос. Пролив так называется. Или расселено это. Что-то случилось. Что я не сплю? Что это за шум? Что это такое? Что за ебота? Кто здесь? Они, черт возьми, откуда они взялись? То, что мы вчера видели, это не было камнями, это были яйца. В этот момент Назаров проснулся где-то на острове. Где мои яйца? Все есть. Мы не можем вернуться. Начался прилив. Заебись. Черт, они идут прямо на нас. Ой, да ладно, их всего шестеро, что-то, блядь. Какие-то шесть упырей. Тысяча 230. Хопа! О, у нас, кстати, же новый персонаж, надо посмотреть, что она умеет. Мы же ей что-то качали там. Какую-то атаку даже. Торнадо языковым, видимо. Пизда рулю. По-моему, это обычная атака, только... Ну да. Помните же, была такая атака. Только торнадо было белым. Здесь что-то красное. Подозрительно. Надо дождаться отлива. Если поднимется ветер, нас не будет. Черт, надо найти другой путь. Тут сохранение-то есть? Вообще где-нибудь? Очень надо сохранение. Очень хочется. Ну да, да, да. Разные вещи. Сколько? 2600. А сколько там надо было? 4 косаря. Ёпты, 3000 еще надо. Не стал нагибаться перед Мариком. А перед кем стал бы?